Врачи смогли стабилизировать состояние певца Игоря Николаева. Об этом сообщает телеграм-канал Шот. На прошлой неделе 63-летнего Николаева экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Певца положили в палату интенсивной терапии, поскольку его состояние было тяжелым. Врачам удалось стабилизировать состояние Николаева. Говорить о полном восстановлении пока рано, но появились положительные прогнозы. Музыкант находится в сознании, сообщил источник Шот. Напомним, что проблемы с сердцем у композитора возникли еще в начале года, а его госпитализация с подозрением на инфаркт СМИ сообщили 31 января. Тогда ему поставили 2 стента. После медики стабилизировали состояние музыканта и выписали из медучреждения. В связи с госпитализацией концерты Николаева, запланированные на сентябрь, переносят или отменяют. В частности, выступления в Ростове-на-Дону сдвинулись с 19 сентября на 19 февраля.